Алексей Лебеденко, привет. Мне сложилось впечатление, что вы сегодня осторожничали и передержали вот с этим моментом. Идеальная формула не сработала бы, что соперник сам был осторожен против вас. Обычно как соперники выходят, ну, так не... Идеальная вот формула как не сработала? Она работала, но был досадный рикошет, который сломал эту формулу. Как и в первой игре, ну я ничего не говорю, но ЗТК нам забивает какие-то одни рикошеты. Ну не одни рикошеты, но много рикошетов. Был прямой удар, не дай беда, его брал, зацепило, не дай беду, мяч поменял траекторию, все. Наверное, это был какой-то переломный момент. И нас чуть-чуть, ближе, чтобы нас чуть-чуть это сбило. А если посмотреть на то, что все-таки, может быть, стоило как бы раньше попробовать вот, пойти так больше в атаку всеми силами, как ты думаешь? Или вы держали баланс по усталости? Нет, держали баланс, да, мы же никогда так не бежим. А сейчас уже бежали от отчаяния, потому что нам нужны очки. Поэтому уже пошла такая открытая игра последние минут 10. Они нам два, мы им один, они нам два, мы им один. Ну как-то мы так открыто обычно не играем. Ну, Фрэнс, я не помню, в этом сезоне вообще не пропускали 5 мячей, правильно? Или были? Нет, не пропускали. 4 максимум. В принципе, как ты считаешь, что сложно играть против солнечной стороны? Очень. Вообще не видно мяча. Что вратарю, что ли... Верховая передача, она вообще не считается. Теряется траектория мяча, и не видно, с какой скоростью он летит. Но очень тяжело на солнце играть. Все равно вы показали хороший футбол. Спасибо. Спасибо.